каждой песни есть своя история. Некоторые пишутся за минуты, другие сочиняются годами. Песня может начаться с эмоцией, со слова, со случайно взятого аккорда, с рингтона, сирены, с любого бытового звука. В общем-то, песня может начаться с чего угодно. Эта история моей песни манит. И началась она с книги. Как-то весной 2015 года Настя посоветовала мне прочесть книгу норвежского писателя Эрланда Лу. Его герои — чудаки-одиночки. Тексты обязательно с юмором. Популярность мастеру слова подарила работа «Наивно супер». Именно ее читают взахлеб скандинавы, да и не только они. В одной из глав «Наивно супер» герой этой книги составляет список того, что приводило его в восторг в детстве. Эта идея показалась мне настолько симпатичной, что я решил составить свой подобный список. Вот что я написал. Не идти в школу или детский сад. Строить халабуды из стола, стульев и одеял. Уютно сидеть в шкафу в бабушкиной комнате. Запах днем в ресторане, где работал папа. Запах старых книг. Старый альманах вокруг света. Мамин школьный учебник по астрономии. Книжные магазины. Слушать пластинки на проигрывателе. Рисовать карты местности. Искать клад. Ходить в лес. Ходить на лыжах с отцом. Молочный картофельный суп, который готовила мама. Ночевать у бабушки с дедушкой. Перед сном слушать истории деда о войне. Когда бабушка лично для меня что-то готовила. Печь картошку в костре и есть ее вместе с золой солью. Когда семьей по воскресеньям ели мамину курицу на бутылке. Коллекционировать вкладыши отживательных резинок, таких как турбо. Бинокли и увеличительные стекла. Марки. Собирать каштаны. Бутерброд из сдобной булки и вареной колбасы. Потайные уходы и двери в другую комнату через шкаф. Шампунь кря-кря. Обливаться из брызгалок с друзьями. Диафильмы. Печатать фотографии в ванной. Негрустные фильмы о войне и разведчиках польского и чехословацкого производства. Когда оставался с ночевкой друг. Когда приезжал двоюродный брат. Запах картона, из которого делались доспехи. Кушать на даче, особенно кулеш. Падающие звезды в чистом августовском небе. Ходить с папой и малым на третий ставок. Карбид. Селитра и производство дымовухи в подвале. Лазать на чердак на даче. Поджигать толстый камыш и дуть на него. Тархун. Кататься на лифте. Быть вместе, есть семечки и играть в города, когда отключали электричество. Мы все иногда вспоминаем детство. Но мы никогда не вспоминаем его целиком. Мы не испытываем в этом острой необходимости. Но заимев вот такой вот список, я заметил, что заглядывая в него раз в несколько месяцев, я испытываю настоящую радость. Получился такой себе концентрат детства на бумаге. Месяц за месяцем этот список дополнялся новыми приятными пунктами. И как-то вечером в начале сентября 2016 года я взял в руки гитару и начал играть то, что неосознанно резонировало с моим списком. И то, что впоследствии стало песней «Манит».